Доброе утро, друзья! С вами Ашхен Погосян, и я готова делиться с вами новым вкусным рецептом завтрака для всей семьи. И это сегодня будет простая, быстрая яблочная шарлотка на сковороде. Итак, что же нам понадобится? Мука, разрыхлитель, корица, сахар, соль, яйца, яблоко, сливочное масло, растительное масло и молоко. Итак, приступаем. Сейчас отделим белки от желтков. Нам понадобится 3 яйца. Отделяем. Желтки пока нам не нужны. А к белкам добавляем 3 столовые ложки сахара. И тщательно взбиваем. Белки готовы, мы взбили их до образования пены, поэтому приступаем к желткам. А к желткам мы добавим 100 мл молока, примерно 3 столовые ложки муки, и пол чайной ложки корицы. И все тщательно взбиваем миксером. Аккуратно добавляем белки к желткам и перемешиваем сверху вниз, чтобы белки не осели. Тесто для шарлотки готово, поэтому отставим его в сторонку и приступим к яблокам. Яблоки нам нужно очистить от кожуры. Очищаем. Разделим яблоко на 4 части и очистим от сердцевины. Теперь каждую из частей нарезаем слайсами. Делайте их тонкими. Добавляем в сковороду кусочек сливочного масла и ждем, пока оно растопится. К сливочному маслу добавим еще немного растительного, примерно 1 чайную ложку и сюда же 1 столовую ложку сахара. Выкладываем яблоки в сковороду, слегка обжариваем, после чего будем добавлять тесто. Выливаем яичную массу к яблокам. Так. И накрываем крышкой примерно на 7 минут. Шарлотка готова, переворачиваем. Украсим сахарной пудрой. Давайте посмотрим, как же получилось у нас внутри. Простая быстрая яблочная шарлотка готова с нежным ароматом корицы и красивой румяной корочкой. Я уверена, что такой завтрак вы будете есть с удовольствием всей семьей. Вам хороших выходных, отличного настроения. Увидимся с вами через неделю на телеканале ОНТ. До встречи!